Алексей Шлахтер уже получил заслуженное признание среди любителей военной техники. Сегодня в его коллекции более 20 видов танков. Среди них советские Т-34, Иосиф Сталин 2, немецкий «Тигр», «Пантера», «Королевский тигр», американские «Абрамс» и «Леопард». Любители военно-исторических реконструкций воссоздают знаменитые сражения древности. Но танковые баталии пока разыгрывались разве что на огромных съемочных площадках масштабных кинокартин. Танки Шлахтера могут сражаться на небольшой поляне. Теперь энтузиасты могут воссоздать местность реального боевого эпизода и устроить почти настоящий бой. История войн познается на практике.